Привет, с вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life. Я Руслан Мудрый-Воронцов. 16 января я делюсь с вами своими осознаниями дня. Итак, первое. Если хочешь быть устойчив в отношениях с людьми, не удивляйся ничему, что делают люди. Второе. Близкие отношения – это самое сложное испытание, но это и колоссальное поле для развития личности. Третье. Желание счастья для себя от другого человека полностью разрушает жизнь. Поэтому наполняйся счастьем из других источников. Четвертое. Источники наполнения счастья – это могут быть природа, бескорыстная дружба и молитва к Богу. И последнее – это что в тот момент, когда ты перестаешь хотеть чего-то от другого человека, но продолжаешь ему служить и не хочешь от него уйти, в этот момент наступает счастье в отношениях. Это была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life Ярослав Мудрый-Воронцов.